Всем здравствуйте. Всем добрый день. Так, Антон, расскажи, что у нас сегодня за материал и почему, кстати, три банки? У нас с вами сегодня новая линейка Heritage от бренда Seekens. Это краски премиальные для наших архитекторов, для наших дизайнеров. Почему у нас три банки? Потому что помимо основных продуктов красок, которые нам требуются, в линейке также есть собственная грунт-краска, праймер. Угу. Так, это вообще связано как-то с линейкой Seekens? Да, это непосредственно связано с Seekens, это связано как раз с качеством продукта, то есть мы здесь сохранили традиционно все, к чему вы привыкли в красках и грунтах Seekens, то есть это и беспроблемность и простота в работе с этими продуктами, и также качественная эксплуатация высокого уровня и премиальный внешний вид наших красок. То есть это, скажем так, подразделение, ответвление Seekens, рецептуры были специально разработаны для России с применением всех там последних разработок и технологий, которые есть сейчас у Акзонобеля. Рецептуры разрабатывались нашими голландскими коллегами, плюс здесь используется максимально качественное сырье, которое сейчас присутствует. Кто потребитель? Это заказчик, маляры? То есть в какой сегмент она ушла? Это у нас в первую очередь дизайнеры и маляры. Если мы говорим про дизайнеров, помимо возможности колеровки в традиционной версии Seekens, есть своя отдельная палитра цветов, 112 цветов для создания таких классических интерьеров. Uh-huh. Если мы говорим про наших маляров, то она тоже здесь учитывает максимальные интересы наших маляров, то есть это беспроблемность, простота работы и качество финишного покрытия, которое потом легко сдается заказчику. То есть мы постарались, как и всегда в Seekens, учесть две наши основные группы. Ну, потому что, поскольку мы говорим про премиум сегмент, здесь, конечно, все-таки дизайнер помогает и играет ключевую роль все-таки для конечного покупателя в выборе продукта. Mm-hmm.